62 года назад Евгений Дмитриевич Яковлев из МВТУ имени Баумана был распределен в наш город. За время работы прошел путь от инженера-конструктора до главного конструктора РФИАЦ в НИЭФ по созданию ядерных зарядов. Сейчас работает советником при дирекции, заместителем главного конструктора ядерного центра. О кандидате на заседании Думы народным избранникам рассказал заслуженный работник атомной промышленности РФ, руководитель администрации ядерного центра Геннадий Васильевич Свеженцев. Он отметил, что с Евгением Дмитриевичем их связывает многолетнее сотрудничество. И внесем громадный вклад в обеспечение национальной безопасности, в обеспечение гарантированного ядерного сдерживания. В сложные 90-е годы он внес большой вклад в обеспечение усиления гарантированного ядерного сдерживания за счет создания оружия не только ядерного, но и оружия на новых физических принципах. Почетный гражданин Сарова – самая высокая городская награда. Напомним, единую наградную политику для Сарова народные избранники утвердили в январе прошлого года. 14 апреля на заседании Комитета по социальным вопросам депутаты рассмотрели ходатайство, подписанное директором ядерного центра Валентином Костюковым о присвоении звания почетный гражданин города Сарова Евгению Яковлеву. Единогласно ходатайство решили вынести на заседание Думы. Алексей Александрович Сафонов, глава города, это представление, это ходатайство о награждении Евгения Дмитриевича Яковлева поддержал, направив соответствующее письмо в адрес городской Думы. Далее мы рассмотрели кандидатуру и представленное ходатайство на заседании социального комитета. Решение депутаты вынесли путем тайного голосования. В нем приняло участие 28 народных избранников. В бюллетене было две графы «за» и «против». По итогу голосования все депутаты отдали свои голоса за присвоение Евгению Дмитриевичу почетного звания. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.